То, что Путин и номенклатура делают невероятное количество глупостей, думающим людям было очевидно всегда. Но особенностью настоящего времени стало то, что они теперь еще и говорят невероятное количество глупостей. И в этом плане меня заинтересовал ролик канала Навальный Лайф, который недавно сделал небольшую подборку вот таких вот глупостей. Ну и, конечно, чемпион, в кавычках, здесь, как всегда, великий президент нашей Родины Путин. Его последняя заявочка по ФБК, теперь я обязан указывать, что этот фонд признан экстремистской организацией, обошла очень многие СМИ и стала действительно хитом в области глупостей. Вот она. Привет, я Оля Ключникова. На днях солнце взошло на востоке, вода в Тихом океане была соленой, а Путин снова врал, на этот раз в Женеве, после встречи с Байденом. Рассказывал байки про ФБК. Помните такую организацию? Она еще известна тем, что... публично призывала к массовым беспорядкам, публично вовлекала, что противозаконно, в уличные мероприятия несовершеннолетних, это запрещено российским законом, и публично давала инструкции о том, как готовить, например, коктейли Молотова, для того, чтобы использовать их против правоохранительных органов, выставляя при этом на показ установочные данные полицейских. Новый ведущий канала «Навальный Лайф» Оля Ключникова прокомментировала ее. Так, я лучше зачитаю. Коктейли Молотова. А почему не химическое и бактериологическое оружие? А может, сразу ядерное? Но дело в том, что такую ахинею несет не только Путин. В настоящее время это стало буквально традицией практически всего нашего номенклатурного начальства. Оля Ключникова привела еще примеры, вот еще один из них. Недавно один из лидеров партии, коммунисты России, Сергей Маленкович, выдал потрясающую по глубине мысль, понятно, я ее зачитаю. Он прокомментировал поражение сборной России от сборной Бельгии. Моя версия такая, сборную России перед матчем с Бельгией могли чем-то напоить, облучить, подмешать что-то в еду. Мы не знаем, в каком состоянии они выходили на поле. Здесь точно замешана какая-то третья сторона. Поэтому, на мой взгляд, нужно восстановить советскую традицию. На каждый матч с командой должны ездить 5 сотрудников ФСБ. Лучше всего, чтобы чекисты были внедрены в состав команды, и никто не знал, кто они на самом деле. Но понятно, канал «Навальный Лайф» считает партию коммуниста России пропутинской партией. Спойлером, и в ролике объяснено, почему они так считают. В ролике есть еще примеры аналогичных глупостей, выданных в последнее время. Но мне просто не хочется их повторить. Просто, как говорится, не хочется лишний раз позорить нашу страну. Ролик называется «Ложь Путина и Единой России. Абсурд, вызывающий стыд». Его легко на данном канале посмотреть и детальнее ознакомиться с примерами данной глупости. Но и возникает вопрос, почему этот абсурд творится у нас на глазах и набирает все больше и больше обороты? Я неоднократно отвечал на этот вопрос. Дело в системе, сложившейся у нас в стране, в политарной системе. Именно она создает условия, в которых в элиту приходят не лучшие, а полуграмотные халуи и приспособленцы. И эта тенденция, увы, нарастает. И поэтому деградация элиты нарастает все больше и больше. И сейчас мы уже, похоже, близки к апогею этой деградации. У нас каждый день много новых людей, поэтому мой ролик, подробно рассказывающий о политаризме, будет на конечной заставке. Я не знаю, почему наши политические партии, лидеры и другие политические силы молчат о политаризме, что называется, как рыба об лёд. А это в полной мере касается что системных политических сил, что несистемных. И здесь не исключение, что КПРФ, что Платошкин, что Шевченко. Но что-то изменить к лучшему в нашей стране можно только отказавшись от этого архаичного способа производства. Напоминаю, что по Марксу, что по Энгельсу, что по Ленину, политаризм примитивнее не только капитализма, он примитивнее даже рабовладения. Это первая эксплуататорская формация в истории человечества. Правда, что Маркс, что Энгельс, что Ленин называли эту систему не политаризм, а азиатский способ производства, АСП, но суть это совершенно не меняет. Но и понятно, что пока у нас на шее сидит паразитический, глубоко деградировавший класс номенклатуры, любые преобразования в нашей стране будут начинаться за здравие, а заканчиваться за упокой. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно увидите на конечных заставках.